20 сентября для предпринимателей района была организована встреча с представителями университета экономики ТИСБИ. Встреча в формате диалога помогает обсудить проблемы, волнующие предпринимателей, найти пути решения. Такие встречи проходят в эти дни во всех районах Татарстана. По поручению Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, Университет управления ТИСБИ города Казани в 12 районах проводит исследования развития бизнеса в районах с целью выявления конкретных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса. На повестке дня встречи были обсуждены проблемные вопросы субъектов малого бизнеса и требования Роспотребнадзора при проведении проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме предпринимателей, на встречу со специалистами в рамках профориентации была приглашена группа студентов Заинского политехнического колледжа. Сегодня в Заинском муниципальном районе зарегистрировано 1167 предпринимателей и 604 самозанятых, которые зарегистрировались в Заинском районе с начала действия программы. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.